Всем привет, друзья! Сегодня к нам приехал 30X. И походу он Элвиса Пресли. Оператора мы не увидели, но скорее всего это был он. Вот. Машина выглядит вот так. Очень ухоженно. Но самое главное ожидает нас в салоне. Красная дорожка. Все очень чисто. И микрофон караоке. Отлично, весело. Человек сделал для себя очень приятную рабочую обстановку. И видно, что очень хорошо садит за машиной. Чего и всем желаем. Требуйте от операторов такой чистоты. Если даже они не Элвис и Пресли. Всем счастливо, пока!